Новый боевой робот создан корпорацией Ростех на базе БМП-3. Боевая машина может управляться с помощью переносного пульта. Она предназначена для оказания огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях, например, для ведения боя в плотной городской застройке. Машина робота оснащена модулем «Синица». Оператор в дистанционном режиме управляет боевой машиной на полигоне. Беспилотная БМП-3 способна оценивать обстановку вокруг себя на 360 градусов в любое время суток. Боевая машина будет вооружена 100-мм орудием, а также 30-мм автоматической пушкой и пулеметом. Новинку представили на военном форуме «Армии-2022».